наверное, продолжу эту тему и здесь затронуть поговорим о мужчинах в том числе, поскольку мужчины в старшем, зрелом возрасте также передают нам опыт, накопленный опыт и, да, и, конечно, знания. Фонд «Артист» поддерживает артистов старшего поколения, тех людей, которые учили нас радоваться, сострадать, любить. А сейчас они, конечно, вынуждены многие оставить свою профессию, кто-то дома, а кто-то сохраняет себя в профессии. Вот мы, я бы хотела как раз поговорить о том, как максимально сохранить себя в профессии, как передать это дальше, как не стать соперником, как стать наставником. Наверное, люди-артисты и люди профессии гораздо острее чувствуют, как мы это уже видим и понимаем, вот этот уход из профессии, поскольку для человека это действительно, это не только социальный статус, это саморазвитие, а как мы знаем, для социально активного человека продолжение, да, и постоянное обучение – это как раз, наверное, путь к профессиональному самосохранению. И вот если мы говорим про артистов, тут мы видим вот как эту проблему, так и решение этой проблемы. А решение проблемы на примере, и, наверное, для многих нам известных примерах, ну, некоторые артисты, сохранив себя в профессии, они дальше продолжают. И здесь, наверное, нужно понимать, что есть, если мы говорим про возможность менять профессию, то не нужно ее бояться. И это больше прикладная история к людям другим профессий, не только артистическим. Мы на своих примерах видим, что многие артисты, уйдя со сцены в качестве артиста, остаются в театре, становятся педагогами. И, наверное, всем нам этого не хватает. Этого не хватает подрастающему молодому поколению. У нас недавно был паблик-ток на вот тему «Возраст как искусство», и приняли участие очень уважаемые всеми нами артисты, педагоги, художественные руководители театров, и Юрий Михайлович Соломин, и Шиловский Всеволод Николаевич. Они как раз очень много говорили о том, как важно сохранять вот эту связь поколений. По своим подопечным, и вот то, что говорил Дмитрий, мне нам тоже очень хорошо знакома эта тема, мы как фонд, мы, наверное, также не вызываем сочувствия и сожаления, потому что мы больше... От этого нам, наверное, сложно собирать средства на наши программы, но мы здесь также понимаем, что то, как мы показываем наших артистов, то, как мы пытаемся позиционировать вот этот зрелый возраст и вот эту красоту. И Дмитрий очень много говорил как раз через красоту через женщин, потому что даже там на собственном примере я могу сказать, что не всегда, да, удается привести себя в порядок, накрасить губы, да, а вот несмотря на это, у нас есть сотрудница, ей 86 лет. Вот Ирина Евгеньевна, она у нас председатель клуба ветеранов, она всегда прекрасно выглядит, она для нас такой, ну, тоже некоторый ориентир для всех наших коллег и людей более такого молодого возраста. И, конечно, мы все как общество должны поддерживать это, но это стремление быть задействованным. Как бы мы ни хотели, у нас у фонда есть программа «Признание в любви», как бы мы ни хотели социально адаптировать людей зрелого возраста, проводить различные мероприятия, там, ходить в театры все вместе. Но мы понимаем, что вот эта семья, друзья, какие-то интересы, они все равно не позволяют быть признанным. И вот это признание, оно, наверное, продолжается через поиски каких-то новых форм своего применения. И мы как общество, конечно, не должны видеть какое-то камень преткновения к людям более зрелого возраста, воспринимать их как камень преткновения, а чувствовать в них опору. И я думаю, что вот как раз артисты, это, наверное, и через артистов, это, наверное, тот тренд, который и нужно демонстрировать. Опять же, фонд проводит ряд таких социальных проектов, в основном в рамках своего направления «Связь поколений». Эта связь поколений происходит, естественно, ну, в такой цеховой истории между молодыми артистами, между артистами старшего поколения. Был у нас замечательный в прошлом году проект с мастерской Дмитрия Брусникина. Проект назывался «До и после». Он как раз был призван показать
а что между людьми разных профессий, в разного возраста, в любой профессии, между ними связь или пропасть, и в чем эта связь, и что могут люди почерпнуть. Конечно, для наших, мы брали интервью у тех ветеранов сцены, которые уже не в профессии, они дома, но им есть что рассказать, им есть что чем поделиться, это не только артисты, это еще работники сцены. И вы знаете, когда ребята готовили этот проект, это молодые люди, только которые выходят на сцену лет 17-18, мы предоставили предложение, с кем можно было бы поговорить, у кого ну, действительно богатый жизненный опыт и интересная какая-то личная история. И когда ребята посмотрели на этот список, ну вот вы знаете, у молодого возраста, вот им кажется, что люди, наверное, 60+, это уже вот как мы здесь и в рамках конференции тоже много говорили, там можно ли говорить о пожилом человеке. А мы представили людей старше 85, те, которые сейчас в здравии, те, которые готовы, и они сами настолько заинтересовались этим проектом. Проект был в формате вербатима, это когда молодой человек передает всю историю, ну, получается, своего старшего коллеги. И мы поняли, что пока этот проект длился, это была серия интервью, этот проект длился почти полгода, мы собирали эти истории, вот эта связь настолько хорошо сложилась, что мы снова вовлекли тех артистов, которые участвовали в проекте, пережить вот всю, собственно говоря, свою творческую жизнь. И они продолжаются в этом проекте, и мы продолжаем похожие истории. Вот я надеюсь, что скоро на Первом канале выйдет такая созвучная тема «Наставники». Вот нам кажется, что надо работать, наверное, нам надо больше, и как фонду «Артист», также прикладывать усилия и показывать прекрасные истории Шиловского, Всеволода Николаевича, который, выходя с конференции, сказал, что у меня все по минутам расписано, у меня есть час, я счастлив, что мы поднимаем такую тему. И когда он спускался, он говорит, мне в Авгиев, он сел не в ту машину такси, и, видимо, водитель не смог даже ему отказать, потому что это, как называется, цель видишь, там препятствий не замечаешь. И он сказал, мне возник, ничего не знаю. И вот мне кажется, такое стремление, когда человек в 10 утра выходит на лекции, в 9 вечера он рвется в объект студентом, позволяет ему остаться в профессии. Опять же, мы видели примеры, когда многие наши артисты уже в таком со сложными физическими ограничениями, когда их привозят к сцене в инвалидном кресле, они выходят с этого инвалидного кресла, да, и играют в спектакль. И я знаю артистов, которые, выходя на поклон, они доигрывают эти ноты, а потом 3 дня отлеживаются. Не знаю, насколько это как бы хорошо для физического состояния, но я думаю, что вот эти истории, когда этого нет, то это и есть смерть. То есть смерть, она такая, она не физическая, она смерть, ну, наверное, человека в профессии, человека заинтересованного. Опять же, я могу сказать, распространенное заболевание, как перелом шейки бедра, он во многом в нашем случае, опять же, вот когда у нас случаются такие истории, вот мне недавно координатор позвонил нашему подопечному, ну, в рамках, опять же, нашей работы, и она спросила, как ваше самочувствие, как дела, она сказала, вот я, к сожалению, плохи мои дела, я сломала шейку бедра, мы, естественно, ну, к этому относимся как к заболеванию, как к проблеме, которую нужно решать. Она сказала, пришлось вынужденно уйти с работы, ей 95 лет. Вот я хочу всем нам пожелать, чтобы нам 95 лет пришлось вынужденно уйти с работы. Ну, пусть не по такому поводу, а, наверное, по собственному желанию. Если какие-то вопросы, буду рада на них ответить. Я сразу могу успокоить зал. Мы не будем сегодня говорить только об успешных и знаменитых. А у нас есть впереди и другие выступления. Но вот сейчас вопросы к Ольге. Если в зале есть вопросы по теме выступления Ольги. Да, можно на первый ряд, пожалуйста. Да, я вот продолжение. Анастасия, на самом деле у нас 2500 человек. Конечно, из них не все, мы понимаем, успешные. И основная программа помощи – это программа СОС, фонда «Артист». Именно на нее мы собираем деньги и помогаем тем людям, которые могут в силу возраста и заболевания нуждаются в нашей конкретной помощи. А я вторая вопрос. Спасибо.
Ольга, я хочу вас поблагодарить. Татьяна Зеленова, Союз социальных работников Ярославль. Я президент регионального отделения. Я в восторге слушала ваше сообщение и хочу всем председательствующим секции подарить свою статью «Живая история». Дело все в том, что в Ярославле мы проводим уже несколько лет проект «Диалог поколений специалистов социальной сферы». И проводим встречи и с социальными работниками, с ветеранами. Можно вопрос, Коль, пожалуйста? Сейчас, секундочку. И с врачами, и с психологами, и с педагогами. И настолько это, знаете, оказывается нужно. Я хотела бы узнать, какой отклик у ваших студентов, отклик моих студентов, я знаю, я доцент университета. Мне хочется знать отклик ваших студентов, насколько меняется их отношение к ветеранам после того, как они узнают их историю жизни. Многие мои студенты, вы знаете, плакали. Они не могли пережить, что, оказывается, человек так много перенес. Настолько ему было тяжело. И потом эта связь не терялась в течение 2-3 лет, пока студент учился. Как было у вас? Спасибо большое за вопрос. Это, наверное, вот вопрос к проекту «До и после». И абсолютно аналогичная история с нашими студентами. Они до сих пор с нашими волонтерами, они поддерживают, они общаются, они дружат, они советуются. И для нас это очень важно. Мы продолжаем этот проект. И говоря о Ярославле, у нас, знаете, была такая идея сделать продолжение. Мы сейчас вот также вынашиваем эти планы с театром Волкова, с дальнейшим кинотеатром. И как раз, чтобы ребята поговорили с ветеранами, театра Волкова. Первого русского театра. Да, первого русского. Мы будем думать и дальше над этим проектом, потому что мы получили огромный отклик, я могу сказать, не только от студентов. Второй сезон идет этот спектакль, и второй сезон к нам приходит очень много критиков. Он продолжает быть интересным обществу. Для нас это, нам кажется, это хороший результат. Я буду очень рада, вот здесь есть координаты. Знаете, очень интересно, мы на самом деле, вот я вижу, что зал все-таки удивляется, потому что мы начали с таких достаточно позитивных выступлений, да, на самом деле все намного сложнее. Вопрос, а куда идти другим людям, которые, может быть, не такие успешные, не такие известные. У нас сегодня присутствует на сессии Наталья Ледникова, она основатель двух проектов «Бабушка на час» и «Возрасту нет». Как раз у Натальи есть хороший опыт трудоустройства людей старшего возраста, которые не богатые, неизвестные, не знаменитые. И, наверное, будет хорошо сегодня интересно всем послушать именно опыт Натальи. После таких двух выступлений другой опыт. С радостью передаю слово.